Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу сравнить предложение от двух брокеров Тинькофф Инвестиции и Открытие Брокер. Дело в том, что я очень хорошо отношусь к Тинькову, вы прекрасно знаете, это великолепный банк, он прекрасно ведет дела, и в интернете он просто вот супер, прямо вообще реклама. Но люди часто спрашивают Тинькофф Инвестиции. Дело в том, что я-то всегда уже был в открытии, и я думаю, Тинькофф, никаких возражений нет. Скорее всего, там все хорошо, скорее всего, там все очень удобно. Вот. И недавно я решил сравнить. А так ли это на самом деле? И, честно говоря, я с Тиньковым сотрудничаю, и у меня есть ссылка на Тинькофф. Тинькофф дает мне 500 рублей за каждого приведенного клиента, я честно скажу. Нет, там, по-моему, 1000 даже за инвестиции. Но я зашел и посмотрел на Тинькофф. Что я увидел? Смотрите. Захожу на Тинькофф Инвестиции. И первое, что я вижу, инвестируйте и зарабатывайте больше. Согласен. Покупайте акции компаний, ETF фондов, облигации и валюту по реальной цене. Вау! Endo International. Доходность за 6 месяцев 212%. Корпорация Иркут. Доходность за 6 месяцев 336%. Мультисистема акций. Доходность за 6 месяцев 289%. ETF-ы. Суперские доходности. Облигации. Потрясающе. И рука просто тянется нажать на эту кнопочку. Посмотрите. Корпорация Иркут. Давайте купим. Добавить в избранное, купить. Все, но, ребята, что значит, что доходность за 6 месяцев корпорации Иркут составила 336%? Там все написано правильно, но это не значит, что эти акции будут расти. Где экономический анализ? И если какой-то инструмент долго опережает рынок, это может означать, что, может быть, он переоценен уже. Здесь игра очень серьезная на философии, на психологии. То есть, ребята, посмотрите, акции дали такой плюс, значит, они будут еще расти в цене. Давайте вспомним биткоин. Биткоин в прошлом году дал плюс вообще бешеный совершенно. И давайте. Вот, что случилось потом? Потом был обвал. Поэтому вот то, что акции выросли дико в цене, не может быть основанием для их покупки. Здесь прямо красной линией стоит вот просто мотивация. Мотивация суперская, ничего не могу сказать. Но боюсь, что здесь нет все-таки экономического обоснования под этим. То есть надо оценивать, почему. Динамика курса акций за 6 месяцев, за месяц, там, за год. Но, друзья мои, где фундаментальный анализ? Я его не вижу. Это непрофессионально. Далее. Посмотрим на тарифы. Все здорово. Проще, чем кажется. Откройте счет, не выходя из дома. Супер. Посмотрите советы экспертов. Да, бесплатно, если не пользуетесь. Бесплатно, если не пользуетесь. Окей. Тарифы. Инвестор и трейдер. Смотрим тариф инвестор. 0,3% от суммы сделки. Это комиссия. А для сравнения, у открытия 0,057. Минимум в 5 раз ниже комиссия. В 5 раз ниже. Да, действительно, это для инвесторов. Потому что никто себе не может позволить торговать. Вот так. Обслуживание брокерского счета бесплатно. При отсутствии сделок.
При наличии сделок в расчетном периоде 99 рублей или эквивалент в иностранной валюте, независимо от того, какая сумма находится на счете. Одна сделка 100 рублей минус. Обслуживание в депозитарии брокера бесплатно, ну, уже достаточно. Биржевая комиссия бесплатно. Ну, слава богу, биржевая комиссия входит в 0,3% от суммы сделки. Для справки, у брокера открытия 0,057% от суммы сделки, биржевая комиссия туда тоже входит. Мне не нравится этот тариф. Давайте посмотрим, что тариф трейдер. Тариф трейдер... Это этот тариф инвестор, он был давно уже введен, когда еще Тинькофф сотрудничал с БКС. Тариф трейдер 0,03% от суммы сделки. Уже сильно лучше, потому что у открытия 0,057%. То есть это ниже, чем у открытия. Открытие и закрытие брокерского счета бесплатно. Вот вывод, ну это стандартно, все бесплатно. Обслуживание брокерского счета при отсутствии сделок в расчетном периоде бесплатно. Ну, при наличии сделок в расчетном периоде 590 рублей, независимо от суммы, которая сделана, на которую сделки. То есть комиссия, конечно, пониже, чем в открытии, но 590 рублей в открытии, вот это бесплатно. Если на счете есть активов на сумму более 50 тысяч рублей. Это небольшая сумма. Комиссия взимается ежемесячно и списывается на дату проведения расчетов в первой заключенной. Тра-та-та. Ежемесячно списывается комиссия. Ну, у открытия примерно так же. Все. То есть, безусловно, если вы начинаете торговать 590 рублей в месяц, если в открытии вы торгуете и у вас сумма ниже, чем 50 тысяч рублей, то, во-первых, 295 рублей, а во-вторых, 295 рублей включает все комиссии, которые вы платите. То есть, пока ваши комиссии не превысили 295 рублей в сумме, вы платите только 295 рублей. Если вы активно торгуете, то и суммарная комиссия превышает 295 рублей, вы платите только комиссию 295 рублей, туда уже учтены. То есть 295 рублей – это тот минимум, который брокер хочет взять за открытие счета. Это открытие. Здесь вы заплатите и комиссию, насколько я понимаю, и 590 рублей. Причем в открытии у вас активов больше, чем 50 тысяч рублей, все, соответственно, бесплатно становится и включает биржевую комиссию. Здесь не знаю, биржевая комиссия включается или нет, я думаю, что нет. То есть будет плюс биржевая комиссия. Ребята, открытие лучше, определенно. При этом, повторяю, Тинькофф заплатил бы мне за каждого приведенного клиента сильно больше, чем открытие. Открытие лучше, объективно. И открытие, оно работает давно, с начала 90-х годов, как брокер в основном. И как брокер там, ну, на работе, как у брокера, у открытия наработан огромнейший опыт. Там собрана очень хорошая команда профессиональных специалистов, профессиональных менеджеров, которые помогают людям в работе. И ответы, вот службы поддержки, они всегда очень-очень профессиональны и всегда помогают. Служба поддержки работает на высоте. Это признано не только мной, это признано, когда я выбирал открытие, то я читал форумы, мне было важно, чтобы была хорошая служба поддержки. Так вот, на форумах признается, что у открытия лучше служба поддержки, нет скрытых комиссий, нет скрытых платежей и, ну, практически... всегда бесплатно, потому что мало кто держит там меньше 50 тысяч рублей. Вот, открытие лучше. Мой совет – открытие.
как открыть брокерский счет и как начать торговать, как установить терминал. Я об этом рассказываю на своем курсе «Биржа для чайников». И записаться на этот курс вы можете dimitkovyur.com, ссылку вы сейчас видите. И там есть бесплатный, абсолютно бесплатный вариант, который касается только открытия брокерского счета, как его пополнить, вывести деньги бесплатно. Ну и как завести модельный портфель, там, в общем, так сказать, ничего не надо знать, просто нажимаете кнопочку по советам, там брать деньги не за что. А вот когда уже вы хотите самостоятельно торговать акциями или облигациями, то там требуется установить терминал, и там масса-масса технической информации, очень таких вот мелких деталей, которые, ну, требуется освоить, и там, конечно же, ну, вот этот вот курс, он на платной основе, но ну, он того стоит, поверьте мне. Вот, поэтому, друзья мои, открытие. На сегодня все. С вами был Демятков Юрий. Спасибо за внимание.